Дорогие друзья, меня зовут Никус Порунидис. Как вы видите, я на данный момент нахожусь на корабле. И этим самым я хочу сказать, что на этом заканчивается это паломническое путешествие. Побывав в нескольких монастырях, в нескольких скитах и кельях. Сзади меня остается золотой фон. Вот там недавно мы отплыли от монастыря Духиара. Вон там вдалеке он видать. И на этом, дорогие друзья, я хочу сказать вам, что здесь одни проходят каждым днем разнообразным. Каждый день это новый чудесный день, новые чудеса и новые радости предоставляются здесь. На этом я хочу сказать вам, что Афон на данный момент еще закрыт. Совсем мало было паломников, и то по специальной визе. И поэтому я хочу сказать вам, что после 15 числа, я думаю, что все откроют. Сегодня 10 мая 2021 год. И в этом я хочу сказать, что после 15 числа, надеюсь, что все откроют, уже будет свободно все. Сейчас мы подплываем в Арсану монастыря Кустамониту. Это первый монастырь, в котором мы были. Вот, сейчас мы подплываем к Арсане. Сейчас я вам покажу. Вот она, Арсана. Как вы видите, сам монастырь, он находится 45 минут пешочком. Это вот по этой дороге, как вы видите, вот там с левой стороны дорога. И вот так вот, как идешь серпантином, тихо-тихо поднимаешься на гору. Около 280 метров над уровнем моря. Несложная такая была дорога. Понял. Ну, в общем, нормально было. Вот, на этом мы наша она. И как-то вот так вот происходит вот этот каждая остановка. Вот смотрите, какая вода здесь. Ну, в общем, дорогие друзья, подписывайтесь. Ставьте лайк, пишите ваше мнение. Святой Афон, с вами был Никус Порунидис. Следите за следующими эпизодами. Пока. Желаю вам всем удачи.